Сюжет атаки на Аскеранский район. Автор Месроп Мовсесян, оператор Рубен Атаян. Субтитр, репортаж независимой студии А1 Ереван. Последние два дня азербайджанская армия резко активизировала военные действия по всей восточной границе НКР. Предпринимаются попытки вторгнуться на территорию Аскеранского района Карабаха. В массированных атаках применяется военная авиация и ракеты класса «Земля-Земля». Армия обороны НКР с трудом сдерживает натиск противника. Основные силы азербайджанцев сосредоточены сегодня в Агдамском районе, откуда не только организуются постоянные атаки на Аскеран и Мартуны, но и обстреливаются из дальнобойных орудий столицы НКР Степанакерт, результатом чего являются многочисленные разрушения и жертвы среди мирных жителей. Для пропагандистского прикрытия всех этих действий Азербайджан примерно раз в неделю распространяет дезинформацию о взятии карабахцами города Агдам. Штаб армии обороны НКР в очередной раз опроверг эти сообщения, заявив, что целью карабахской стороны является лишь подавление огневых точек противника и защита мирного населения. Депутат городского совета Санкт-Петербурга Николай Журавский только что вернулся из Степанакерта. Неожиданно вдруг начался обстрел со стороны Агдама, когда азербайджанские силы начали обстреливать город. И снаряды, мощные крупнокалиберные снаряды, начали рваться прямо на территории города. И люди, конечно, начали хватать детей, бежать кто куда, потому что совершенно непонятно, куда же упадет этот снаряд. На жилой дом, на больницу, прямо на тебя. Понятно, почему силы самообороны пытаются ликвидировать эти пушки. И мне понятно, как всего боятся люди. И что они будут настаивать и будут требовать у руководства, у военного руководства, чтобы они прекратили, чтобы они что-то сделали с этими орудиями, как-то их уничтожили.